Всем привет! Сегодня у нас вот несколько посылок из разных магазинов. Две посылки из Бангуда, по-моему, и одна из Гамес. Давайте распакуем и посмотрим на них. Итак, начнем давайте с вот этого. Это, по-моему, Бангуд сверла. Ссылка будет в описании. Я не помню точную цену, но что-то, по-моему... здесь набор сверел. У меня друг, у него работа связана с, что ему нужны вот такие вот сверла. И он попросил, мы уже два раза ему заказывали из AliExpress. И он попросил мне заказать еще вот эти, когда были они по акции. Вот, и сейчас я смотрю, что-то оно неважно тут выглядит все. Как бы несколько сверел валяются, телепаются, болтаются. И я так понимаю, еще закрыто вон сверла, они обломились, наверное. Вот. То есть я не думаю, что они такие должны быть короткие. Там в центре еще парочка. И вот эти вот, которые валяются, они тоже, не знаю. То есть либо они такие должны быть короткие, либо они обломились. Я, конечно, склоняюсь к второй мысли, наверное. Вот. Здесь вот коробка ударенная, трещина у нее. Давайте открывать, смотреть. Так. Неудачная покупка, то есть сверла хрупкие, и вот они такие вот тонкие, и получается они выпали из вот этих вот своих ячеек, где они стоят. И, соответственно, раструсились и вот пообламывались все, и они валяются вот по всей коробочке. Вот. Вот. То есть испорчено раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 сверл сломано. Предыдущие, которые мы брали их на Алиэкспрессе, их там меньше в комплекте, но они сделаны в такой коробочке, что они зажаты с двух сторон, и как бы они не крутились, они, ну, как бы посылку не доставляли, они не тряслись и не выпали. Причем, где тут еще одно сверло? Ага, вот. Ну, поехали дальше. Дальше у нас, давайте, Бангуд. Бангуд у нас, я вот это вот заказывал, две штуки в одной посылке. Это сумка Nature Hike на 20 литров, водонепроницаемая, то есть можно ее на пляж брать и так далее, напихать туда вещей. И... или куда-нибудь на пикники. Давайте посмотрим, в такой вот коробке она, прикольной. И в таком вот пакете. Так, застежечка открывается. Вот здесь какая-то Ultra Flex, то есть реклама ихней системы Лока, да, то есть вот это вот. Ну и давайте открывать, посмотрим. Ух ты, большая! Я, наверное, лиханул, взяв 20 литров. Потому что, ну, мне бы достаточно, наверное, было максимум. Это, ну, сверх нормы, это десятки мне бы хватило вообще. А давайте покажу вот так. 10 литров, по-моему, вполне достаточно было бы. Вот. Ну, поскольку она тут закручивается, да, то есть система... вот, для того, чтобы закрыть, чтобы водонепроницаемость была. Ну, то есть, ну, она ужмется до вот такого размера. Все равно получается много туда и полотенца, можно и тапки положить, и что угодно. Ну, пусть будет. Вот, и такая вот классная сумка получилась. Давайте посмотрим внутри. Внутри. До самого низа, с одной стороны, она прозрачная, для того, чтобы можно было посмотреть, где что лежит, и засунуть руку, достать, не сильно долго колупаться. Замочек вот этот вот, лок
регулируемый ремешок для того, чтобы можно было его повесить на плечо или через плечо перебросить и спокойно таскать его не в руках, а на плече. Защелкнули. И все у нас должно быть в безопасности, водонепроницаемое. Материал прикольный такой, как, я даже не знаю, как описать, типа резины что-то. Ну, вот здесь пластик. Класс. Outdoors. В общем, круто, круто. Сумка мне очень понравилась, и, наверное, придется купить еще одну на 5 или 10 литров, когда будут акции, или сейчас посмотрю, может, сейчас действуют еще акции, и тоже, наверное, прикуплю еще на 5 или на 10 литров, надо еще подумать об этом, вот, либо и ту, и ту. Ну, мне очень она понравилась, отличная вообще сумка, вот, могу рекомендовать, качество отличное. Далее у нас вот такой же брелочек, тоже Banggood. Брелочек с календаря до какого-то там 3000 какого-то года, то есть можно по брелочку узнавать, какая дата или что-то там такое. Выглядит вот так вот прикольно, брелочек на ключи вешаем, и вот здесь как-то можно выставить календарь, то есть дни недели. Вот у нас получается 2015, а у нас 2018, да? Так. 2018. Май. Да? Получается, сегодня у нас 2 мая. Это среда. Все правильно. Вот среда получается 4. И погнали. Вот календарь на этот месяц получается. 2018 год. Май вот совпадает. И такой вот календарик отличный. Вот, выставляем верхнее, это здесь находим год наш, выставляем месяц, какой нам нужен, да, здесь первое это январь-октябрь, потом май, август-февраль, март-февраль, ноябрь, июнь, декабрь, сентябрь, июль, апрель, январь. То есть вот в колонке какой у нас месяц. У нас сейчас 2 мая, поэтому мы берем 2018 год. Совпадало, чтобы май. Вот, не знаю, видно вам или нет. И вот здесь мы смотрим. Сегодня 2 мая. Вот как Wednesday, да, среда. Завтра четверг, 3. Вот. И в каком. Вот это вот еще про Луну, я не знаю как. Но вот календарь, вот это вот календарь текущий наш. Посмотрим, давайте 18-19 мая будет у нас суббота. Вот. Вот такой вот брелочек, сделан прикольно, небольшой, такая дешевая игрушка, подарочек, можно использовать кому-нибудь на подарок, такой вот блин, интересный. Далее, давайте вот это вот посмотрим, это тоже из Banggood'а, и так тоже история интересная, появился он в Banggood'е, был 4, по-моему, 50, что-то такое, я его купил, 4,56, это Xiaomi-шный, типа, такая площадка, как магнитная, куда можно болтики при, то есть, ну, примагничивать болтики. Блин, порвал, как всегда. Вот, я купил, и на следующий день была акция в другом магазине, в Gearbest, по-моему, по 3,99. И я взял еще одну вот эту вот площадку, магнитится, вот такой вот рисунок здесь на задней стороне. Пахнет немного резиной, вот, здесь вот надпись «Воу». Воутейшн, скрюпад, вот он гнется вот так, и можно к нему гвоздики лепить, вот он, мы его согнули, допустим, он через время должен выровняться, вот, и очень удобно, если, допустим, болтики разбираете что-то, я иногда люблю что-нибудь поколупать, там, или с детских игрушек попробовать починить ребенку, и чтобы болтики не валялись, бывает такое, что положил на столе, потом немного там вздохнул, или еще что-нибудь, или рукой зацепил, и болтик улетел, и вот этот вот коврик позволит
таким вот случаем сократить такие случаи. Взял немного гвоздиков, болтиков, и давайте посмотрим, как это все примагнитится. Естественно, здесь вот у этого гвоздика, у него малая площадь для магничения, и поэтому, но тем не менее, он прилепился. Предохранитель, видать, из металла не намагничивающегося, поэтому не примагнитился. А все остальные болты держатся. Даже вот, смотрите, вверх ногами гвоздик, ну, кончиком, но он держится. Все остальные держатся хорошо. Вот этот скатился, но вот вверх ногами и отпал один болтик. И второй. Даже с учетом того, что здесь малая площадь намагничивания, да, то есть он примагнитился одним кончиком гвоздика, и тем не менее он держится. Естественно, если понемногу потрусить, он отпадает. Вот, но остальные болты, да, то есть не так легко их иструсить намертво. Ну, болтики, конечно, спадают. Они, видать, тяжелее, но гвоздики отлично вообще. То есть и мелкие болтики для того, чтобы они не рассыпались, не разбежались по квартире, когда вы что-то ремонтируете, можно использовать. Или там, допустим, можно ее прикрепить к площадке для паяния, у меня есть такая. И вместе с площадкой доставать, когда что-то обычно, когда ты что-то планируешь паять, ты это вначале что-то разбираешь. Вот, крутая штука, мне очень понравилась. Две штучки я заказал, одна на Бангут я заказал, вторая на Гербесте. С Гербеста еще идет, вот с Бангута уже пришла. Могу смело советовать, классная, прикольная вещь. Далее, вот такая вот последняя у нас коробочка. Ага, это из магазина Гамес. Здесь у нас должен быть фонарик в виде свинки, типа украшения. Вот, коробочку откладываем. Хорошо упаковано было. Вот такая вот красивая свинка. С такой вот штучкой. Вот. Украшение. Ну реально прикольная свинка, мне очень нравится. И качество сделано очень прикольно, все качественно. Ну, здесь немного потеки клея, но кто его видит на пузе. А сверху все классно сделано, то есть детали четко вырезаны. И, ну, косяков как таких явных я не вижу. Давайте посмотрим, что там дальше. Ой. Вот. Это украшение, я так понимаю, оно не светится, а просто украшение, как верхняя часть тоже все сделано хорошо. Небольшой вот залезла краска на другое место. Вот, но в целом очень-очень-очень приятно сделано. Так, куда тут лампочку? Да, на лампочке держится. Смотрите, вот так вот лампочка выглядит. Она тут есть. А, светит она. Смотрите, вот здесь выкручиваем. О! Вот, здесь у нас диод с кнопкой. И вот так включается. Получается, чтобы нам включить, нужно нажать. Как-то нажать, да? А ну. Ага, вот здесь защита у нас. Давайте ее снимем. Вот. Это для защита для того, чтобы не этот, чтобы он не нажимался. Вот, и светит, ух ты, прикольно светит, класс, блин, вообще офигеть. Вот, и мы цепляем, получается, можно продеть через эту дырочку колечко, ну, можно вот сверху вот так одеть, я пока одену так, вот, нет, так не надо, давайте все-таки возьмем, проденем через колечко. Чтобы все было по-честному, по-правильному. Вот. Смотрите, балдеж вообще какой. Свинка загорает под зонтиком. Ух ты. Ух ты. Ой, переваливается. То есть тяжелая штука, и она переваливается. Поэтому ее нужно повыше вот так делать, ставить. Для того, чтобы...
классная вещь. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!